На латгальском языке, Володя, как по-латгальски будет слово «небо»? Дабас. Нет? Правильно, Арнис? Дабас. Пильнеги парези. О, пильнеги парези. А как будет слово «дверь»? Дуровос. Дуровис. Дабас, Дуровис, так называется группа, вернее, ну как группа, солист группы Арнис Лобожанин, солист группы Дабас, Дуровис, прямо сейчас здесь на нашей сцене. Здравствуйте, Арнис. Здравствуйте. Арнис – яркий представитель именно латгальской музыки. Очень приятно. Такой оригинальный жанр, я надеюсь, и оригинальная будет песня. Ну, я думаю, что язык не имеет значения. Самое главное – музыка, и это «вестиюмс», как будет по-русски? Послание. Послание, что эта музыка дает. И энергетика, которая, ну, обмайня. Между, обмен. Да, обмен энергетики между слушателем и исполнителем. А ваша группа существует уже больше 10 лет. Как все случилось? Как все свершилось? Ну да, 10 лет ничего такого очень странного там не было. Мы были все студенты, мы встретились в Даугавпилсе. Начали играть, да, 10 лет. Со мной сегодня тут нету Александра. Рома вот там стоит, он не... Рома! Вот, кушает, ага. Эгилс, Валдис. Вот мы играем 10 лет. Все у нас идет по плану. Курс Арнис, хороший. Вот мой следующий вопрос будет такой. Говорят, что есть особые языки, которые наиболее мелодично ложатся на музыку. Лошата, ми, кантар. Например, итальянский. Да. Говорят то же самое и про украинский язык. А вот что касается латгальского языка, насколько он мелодичен, насколько легко вообще писать и исполнять песни на латгальском языке? Ну, для меня очень легко и органично. Потому что это мой родной язык, и это всегда, ну, самая лучшая энергетика идет тогда, когда поешь на своем материнском языке. Родном, да-да, языке. Ну, а как вам легче сочинять музыку на латгальском или на латышском все-таки? Ну, во-первых, я это смотрю в контексте латгальский – это латышский, и латышский – это латгальский. Это два вида латышского языка. И для меня, в принципе, я считаю, что я сочиняю по-латышски. Ваша группа выступает не только в Латвии, но и за ее пределами. Я знаю, в том числе у вас бывают выступления и в таких отдаленных уголках нашей земли, как Австралия. Вот интересно в этом смысле узнать, вот как воспринимают латгальский язык и музыку на латгальском языке там, далеко-далеко, множество километров отсюда. Я считаю, что музыку везде воспринимают одинаково. И если песня хорошая, тогда она будет восприниматься хорошо. Конечно, есть там, из-за языка какие-то вот непонятки, но это самое главное – музыка. Мелодии, там, как, так, как это все вместе звучит. И потом язык, это уже потом. Ну что же, спасибо вам большое. Ну давайте перейдем к самому главному, к самой главной части нашей встречи с Арнисом. Мы, конечно же, хотим услышать песню от группы Дабас и Дуровис. Ой, спичку Норвеги из фьорда дымня. Подумай, вой, если кто-то сгайдет, у нас градусова погона. Коттую на гайде и садись, коттую на грибе и садись. Таори не спорну, вези не спакс, на везду мозг быть падись. Підій доїм сьогодні, думай по шам, котрі здійвується тай жувак. Жо па туртік прота, кавись сварбей госпа, загрісти сютрай жувак. Бет підій доїм сьогодні, думай по шам, котрі здійвується тай жувак. Жо па туртік прота, кавись сварбей госпа, загрісти сютрай жувак. Примсімять углі ми траси уна, вой спічку Норвегії з фьорда дивня. Подумай, вой, ясі готов згайдати гуль з гракусова погома. Бед підій доїм сьогодні, думай по шам, котрі здійвується тай жувак. Жо па туртік прота, кавись сварбей госпа, загрісти сютрай жувак. Бет піджі доїм сьогодні, думай по шам, котрі здійвується тай жувак.
Jo patur tik protā, ķevas svarbeigos pazagrīstīs utraižot. Арнис Лобожанец, браво, браво! Спасибо, спасибо вам большое, Арнис. Скажите, я правильно поняла, там звучали строчки, что припев песни каждый должен придумать сам? Именно так. Каждый живет свою жизнь. И эта песня про то, что то, что ты даешь, то и получаешь обратно. Нам всем надо подумать, сколько мы даем, и это добро или зло, потому что обратно мы получаем именно то же, что мы даем.